Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас рядышком с поселком Кучугура. Сегодня мы вам покажем место, где вы можете абсолютно бесплатно искупаться в вулканической грязи. Об этих местах знает очень мало людей, но те, кто знает, пользуются ими всегда, потому что это натуральные вулканы, ну и тем более здесь рядышком вот такие великолепные пляжи, на которые вы можете приезжать абсолютно бесплатно и купаться. При этом всем с Азовского моря. То есть виды, конечно, здесь просто сумасшедшие, друзья мои. Не надо даже квадрокоптера, чтобы просто увидеть это и понять. Мы приехали в Кучугуры, вышли на центральный пляж, посмотрели там много людей и узнали о том, что здесь есть рядышком вулкан Блевака. У нас вот ребята фотографируются. Мы по улице Приморская едем просто влево. Если вам нужны будут координаты возле самого вулкана, я вам их покажу. Здесь есть смотровая площадочка, мы на ней остановились, спуск просто к морю, пустынные пляжи, морешко великолепное. Вчера был просто шторм, поэтому немножко мутновато, и это фантастика. Дай бог всем, кто отдыхает, вот хорошего отдыха. Ну а мы отправляемся с вами по вот этой дороге дальше, до самого вулкана. Посмотрим, какая там есть инфраструктура. Это, конечно же, не тиздак, который раскручен, и у которого там и души, и все, что хочешь, там и развлечения, палатки. Там, конечно, отдых гораздо более легкий, вам скажу, потому что здесь сложнее, но и это место возможно для тех, кто просто нет средств, или кто любит, как сказать, природу, уединение и красоту. Пониже платят, чтобы попу было видно, опусти. Дорога пролегает вот такая вот. Видите, здесь кончилась щебеночка, но ее грейдером прошли. И вид на морешко Азовское. Нам остался километр. Вот там, где начинаются эти холмы, мы будем брать правее и пытаться спуститься к нему пониже. Самому этому жерлу вулкана. Смотрите, как выглядит. Это мыс Пеклы рядышком и грязевой вулкан находится. То есть дальше за ними уже какая-то смотровая площадочка. То есть вдруг будете искать. И вот подъезжаем к месту, где мы будем сейчас брать правее, если не ошибаюсь, да. И спускаться вниз. Ну, тут машины ставят, люди как бы идут вниз. Мы посмотрим. Я думаю, что там места сейчас должны быть, потому что мы приехали уже в пекло, в самое, уже почти 3 часа, и люди разошлись. Притормози. Девочки, а вы же там были или нет? Были. Это, мы можем ниже скатиться? Грязно. Машите ручки, хорошего отдыха. От таких красавиц слушать такие вещи. Слушай, может, мы наших отправим с ними посидим? Нет. Ай! Что? А, я понял, меня бьют. Они едут. Едь, спокойно, не переживай. Только если ты не переживаешь, то... Ну, я как бы не уверен. Бери правее. Просто я бок не вижу тут. Какой? Мой? Вот все отлично идешь. Чуть-чуть левее, чуть левее, чуть левее, спокойно, левее, 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 левее. А как мы обратно? Обратно. Дорога шикарная. Смотри, там стоят спокойно легковые машины, BMW. BMW, да? Не переживайте, не ребята. BMW. Ну, в дождь не советую. А там вообще люди с палаточками живут. Вот это красота. Вот это виды, дорогие друзья. Мы приехали вот по тем местам, о которых я говорил. И вот такие виды открываются отсюда. То есть тут машины стоят. Сейчас уже обед. Люди, кто приезжали здесь, разъехались, я думаю, вот так припарковались. Легковые машины до сюда, в принципе, доезжают спокойно. Хотя вот там на мысе мы дальше видим, что еще машины стоят. Я, честно, ездил туда дальше. Посмотрим, как выглядит дикий вулкан грязевой на берегу Азовского моря. Уверен, что это будет как бы прикольная прогулочка. Тем более девчонки собрались без купальников нырять в грязь. Это будет восхитительно, да? Да, конечно. Евгений создал навес, он типа ковер-самолет поймал. Типа палатка. А нет, это смотри, ты, короче, идешь как этот, знаешь, фараон, за тобой в слуги. Я побежал. Я же говорил, вот спокойно можно было доехать до сюда и отсюда уже совершать спуск. Еще вчера. То есть вот легковые стоят, ну и такие внедорожнички сюда скатываются. Хорошая. Вот оттуда спуск. Ты можешь вернуться, приехать на машине. Знакомый Range Rover или что там? Думаешь, это он? Хотелось бы обратиться ко всем, кто разбрасывает салфетки, бутылки, мусор, шорты. Вы очень плохие люди, не делайте так. Смотрите, вулкан находится с левой стороны, в этом жерле. Туда направо ходит на море. То есть, получается, сначала надо будет спуститься туда. Ой, у нас только, да. Ребят, нет, у нас нет,
мальчишки, очень сложно вылезти. Там одна женщина бедная уже все, даже потеряла надежду. Ее там втроем вытаскивали. Ребята рассказали, что из вулкана очень тяжело выбраться. И я представляю, что сейчас будет с нашими девочками. Ну и так, знакомьтесь, ребят. Вулкан Боливака. Вон там народ пытается вылазить. А вылазить как? Туда реально вылазить как? Там нет ни ступенек, ничего. Ну это же дикий вулкан, блин. Ты ныряешь, вот ты понимаешь, ты в здравом уме сейчас будешь нырять в вулкан. Ну мы выпили для чего? Я так и поняла. Ты поняла? Ты сейчас тоже в здравом уме будешь нырять в вулкан. Не, не буду вулкан. Ты что, гонишь, что ли? Зачем сюда ехать? Она меня вытаскивать будет, между прочим. А кто вытаскивать вас будет? Я! Нет, ты не вытащишь, ты скажешь, все. Я избавился от них. К вулкану можно пройти, она уже раздевается. Какая ты быстрая. Расстегнуть тебе лифчик? Нет. Ну тогда иди быстрее, быстрее, девчонки, быстрее. Тут кто-то шел и терял, короче, надежду, я смотрю. Прям такие следы остались. То есть лесенка. Спуск все ниже и ниже. Кстати, можно просто грязи набрать оттуда. Не обязательно нырять. Просто. Да, тип того. Вот эта идея хорошая, мне нравится. Думаешь, просто так не вариант? Бояться что-то? Вот после их рассказа, что там женщина не могла вылезти, ее все вместе вытягивали. Я уверен, что все будет хорошо, у нас получится. Говорится, побывать в вулкане. Давно, кстати, здесь не был. Наверное, года 4. Там эти бутылок, склад. Пластика, если кому-то что-то надо. Да? И толпа народу, которые понамазывались. Потому что ты звуки намазывал, я здесь уже полностью пачку, я твою держал. Да. О. Вон крышки, берите. Как раз. Я не знаю, как это характеризовать, почему людей тянет в грязь. Очень красиво. Очень, наоборот, красиво. Мы же на грязи приехали. Как вас зовут? Наталья. Откуда? Самара. Кто вас подвигло нырять в грязь? Я туда не ныряла. А, вы сверху намазали. Я только сверху. И? Мы ныряли. Ощущения прекрасные. Чудесные. Прекрасные. Божественные ощущения. А почему? Что заставило вообще? А люди всегда к грязи тянутся. То есть к земле ближе. Да, ближе к земле, к грязи. Это нормально. Все понравилось, то есть? Омоложение чувствуете? Омоложение почувствуем, когда из моря вылезем. Но я думаю, если мы сейчас подсохнем, мы до моря не дойдем. А, ну тогда... Станем горшками такими засохшими. Как терракотовые воины встанут здесь вот так вот. Огнище просто. Ребята, вам хорошего отдыха, дай бог отмыться. Вот, у меня есть голые женщины, сейчас будут прыгать. А, для эксперимента, да? Я туда не полезу, Юра. Так, с краешку. Юра. С краешку. Я думаю, я боюсь чего-то в этой жизни. Вы не будете вылазить и заходить здесь на дне, вдоль вот берега, доски. Видимо, кто-то пытался вылазить, просто аккуратнее ногами. Мил. Не воткнуться. Да. Аккуратно. Вот. Тут, короче, получается, было, наверное, что-то такое. Все мостик, но по факту они утонули, их не видно и не очень приятно. Они без гвоздей, конечно, но все равно. Все, спасибо за инфу, это, я думаю, всем будет. А то, прикинь, прыгнул и на доску. Да, я уже думал, может разбежаться. То, кстати, вулкан действующий, он, видите, посерединке идут пузырики. Да. То есть булькает. Спасибо, Женя. Ты думаешь, не вылезешь? Я думаю, что нет. Да я тебя вытащу. Да, конечно, клянусь. Я тебе не верю. Клянусь. Я ему помогу, Мила, не переживай. Мила, ты у нас... Я тебе помогу. Купальник нужен, чей-то купальник. Так, кстати, смотрите, прикол с купальниками. Если вы их друг не купили где-то там по 200 рублей, на рынках продают купальники для грязи на центральном, то тут и шлепки есть, и купальники есть, и все есть. Так что не переживайте, залазьте. Я, по-моему, говорю. Купают, я сам на Обчане же. Вы где купаетесь? Я купаюсь в Витязево, Благовещенское, ну, иногда в Анапе. Там же ты купаешься в Благовещенке. Я тоже там был, я тут все объездил. Только я приезжаю подальше, чем отсюда. Ханты-Манси. Ага. Севером мы приезжаем, нам все нравится. На машине ездите? И сколько километров мотаете? 4-300. Нормально расстояние. Ну это Тюмень, ничего. Ну, от Сургута 220 километров. Челябинск, Москва. Лангепас? Лангепас от меня 100 километров. Ну тоже в сторону Нижневартовска же идешь сюда. А, у Лысвартовска, да? Ну это налево туда. Это вот Лангепас и сразу следующий уже будет. Зато у вас есть горячие ключи. Так, заходи в грязь уже. Я не пойду в грязь. Да пожалуйста. Не пойду я. Если ты сейчас не залезешь в грязь, я тебя пихну туда. Пихнешь ты.
Юра? А? Куда? Вон туда, аккуратно. Да зайди чуть-чуть. Ну ты что, подскользнулся? Да столько народу мы тебя вытащим. Да не надо мне, ты будешь снимать, как ты меня вытаскиваешь. Не буду. Не надо. Вот нам женщины сказали, в прошлом году женщину полтора часа отсюда вытаскивали. Вообще, прикинь, всего лишь полтора часа. Я не знаю, надо проверить. Да, у меня много батареек. Полтора часа сделаю. Здесь раньше веревки были натянуты, тросы от машин. Да? А как забираетесь, как удобнее? А как вы вылазите? Давай вот здесь аккуратнее, потому что вот видишь доска, смотри. Просто аккуратненько заходи. Женька, давай, мы в тебя верим. Аккуратно. Не провалится, не ее, он не дает тебе нагрузиться. Только на пузе, она по-другому не залезет. Там плотность. Если это, то... Женя, залазь. Да вытащим мы его, чего переживаете? Да, и сразу можно тут садиться и на пузо ложиться, и все. Только это тяжело. Я уже упал. Вес. Крест, может, снимешь крест? Еле потолок. Сейчас будет шок-контент. Ему лишь бы эти обезьяны, блин, выступали. Какие обезьяны? Мы взяли друзей с собой. Я уже упала, мне хватило. Да? Офигеть. Еще не высох, надо обсохнуть. Я вывезла. Будешь тут стоять или еще гулять? Женя, главное, мы в тебя верим, ты это знай. Давай, намажешься и не будешь купаться. Я сам намажусь. Давай. Женя, катись уже. Ага, об эту, да? Нормально все будет. Я говорю, тысячу раз так. Знаешь, обтерку потом. Да давай уже, пихни его. Вот ему лишь бы пихнуть кого-нибудь. Давай, чуть-чуть ногой помоги. Ну чуть-чуть. Да давай, да. Давай, сама так отрывай. Прикиньте, вот люди в здравом уме лезут в грязь. Давай, лезь. Говорит, давай, лезь, говорит, ты в здравом уме вообще. Да лезь. Еще чуть-чуть заходи, давай. Ты далеко сидишь. Посмотри вот сюда. Все, ложись, только туда ложись дальше. Дай грязьки. На спину, Жень, на спину. Прилип. Все, бывать. Жень, я серьезно говорю, ложись сразу на спину. На спину ложись, тебе же спину надо лечить. На спину ложись. Мне голову лечить надо. Женя, прощай. Пожалуйста, грязьки, а. Это он тебе так говорил, что вытащим. Он просто тебе скажет прощай. Тихо. Подожди, отойди. Дай ей грязь, вот прям в рожу. Давай ей грязь. Да. А там девочка сзади другая. Да кидай уже, не бойся. Да не в меня. Кидай в него. Да не надо. Блин. Давай. Женя, я тебя вытаскивать не буду. Почему? Если вот так будешь меня, в нее кидай. А тебя кто поведет? Ах, ты не будешь меня вытаскивать. Ой, слушай, ему ключи там не нужны. Женька, ты как там? А ключи у меня? Все. Тяжко? На спину ложи, Жень. Жень, я лучше так помажу. Там вот нормально было. Ты не хочешь залезть в грязь? Да иди ты. Это прям густовато по сравнению с этим, с Гефестом. Ну конечно, это настоящая грязь. Вон, видите, вулкан работает. Между прочим, очень полезно. Из 9 до 7. Вот это? Камушки, песком. А, камушки? Ой, а можно потом так же за нами вернуться? Нет. Почему? У вас трос есть. А эти купальники вестируются? Да, конечно, вестируются. Ничего не будет. А то за 200 рублей жалко. Кысь, натри мне спинку. Это кысь, ты, наверное, в этом. Иди туда, кысь. Ты же не против, что он побудет его кысей? Иди. Нет, я не кысь. Я уже вон, видишь, что я грязная. Нет. Ну ничего страшного. Жень, по-братски не могу залезть. Ты что, не грязная девочка? Я не могу. Нет. Теперь грязная. Вот. О! Вот так, ерзай, давай, туда-сюда. Ёк! Вот. А лицо тоже надо мазать? Это так. И как? То же самое, что вы покупаете меня. Да. Нет, лучше, она лучше. И? Платные эти вещи. А мы ездили. Так вот, ой, что так можно было? Я не знаю, я сам ее только что начупал. А. Я же не знал. Иди сюда, Максим. Вот я маму уже мажу. Чем мажет он тебя? Сделай шаг. Ну вылези, ради интереса. Интересно такое вылезет. Ну давай, попробуй. Пока силы есть. Там же нету грязи, ну что ты чешешь? Ты же понимаешь, что это там тебе нету точки опоры. Ты понимаешь, что ты за русский хотел сделать со мной? Я повторяюсь, нету мозгов когда. Потом уже нет точки опоры. Ты понимаешь, что ты хотел со мной за русский сделать? Да. Давай, ползи. Женька, мы в тебя верим. Оп. Встал на доску? Оффроуд. Давай. Включай этот задний привод. Напоминаем, что мы теперь и группа
поведет. Так что надо его вытащить. Нет. Да вытащить мы его по-любому вытащим. Просто интересно, вот ты представь, сколько сил надо, чтобы вылезти из этой грязи. Там-то ребята, видишь, давай. На доску встали, и все. Тут нет доски. Не хочешь помазаться? Нет, спасибо, я лебная. Нет, нет, я локоть намазала, мне хватит, он у меня болел чуть-чуть. Все, ты сдался? Нет. Сзади есть. Женя, давай, мы верим в тебя. Женя. Это ты? Намажь лицо еще. Кому? А я тебе скажу, как тут хорошо. Жень. По спине. Намажь лицо. Жень, у меня великий опыт. Ползи, ползи. Давай. Это вот грязь напоминает штукатурку КНАУ, блин. Она еще соленая. Так. На стенке здорово. Давай, давай, Женька, мы в тебя верим, ты сможешь. Нет, тут как бы нюанс какой. Либо та, либо та. Так, надо, вот ты представь, что если бы ты туда залез дальше. Да держись, вон грязь, хватай, ползи туда. Слушай, мне кажется, он еще хуже стал. Да, мне тоже кажется. У тебя жопа... Жопу засосала. Женя, как... Не в жопу засосала. Кстати, кто-то писал, да, что туда 10, обратно 10, как бы. Да кого 10, там 10 минут не обойдется, мне кажется. Ну вот, выходили люди долго. Да? Что ты сделал, что ты вообще? Возьми грязьки чуть-чуть. Ну они по жидкому выходили, здесь вообще конкретное. Так я по жидкому и выхожу. Жень, Мила просит грязьки чуть-чуть захватить с собой. Ты нашел доску, да? На, кидай мне, кидай. Жень, ты там доску нашел? Да, я на ней стою. Вот, спасибо, то есть, если досочку находите, ребята, то вообще все хорошо. Так, Женька решил еще разочек залезть, когда узнал о пользе именно этой грязи. Смотрите, как грудь увеличивает. Уже, ребята, приехали на купание. Грязь. Первое ощущение, первые эмоции. Просто еще это грязьки будь, да? Вот ты настоящий друг. Все. Я дружбу не забуду. Ближе к Юре подходи. Не надо. Давай, мне на грудь еще размер нужен. Надо же, чтобы это увеличивалось. Увеличивалось. Ты сильнее намазываешь, чтобы увеличивалось. Там, чем дальше, тем жиже, тем лучше. Толкнуть нельзя? А? Не, ну он выталкивает. Ни одного случая еще не знаем, что кто-то утонул. Если сможешь быть первым, это, конечно, будет интересно. Точно это сможем снять. Вы телефоны подготовили? Да. Оставай срочно. Понял. Я вот уже пятый месяц тону здесь. Жень. Как ощущения? Мы приехали тебя проведать. Ты как? Пацан лучше выглядит, чем ты, я тебе честно скажу. А у него жижа. А ты что в это залез? Да кто же сказали залезть, я залез. Вот смотри, как вот он плывет. Вообще, вот это красота. Жень, так же сделай просто руками. А ну попробуй, Женя, давай. Аккуратно. Тут не утонешь. Контент пошел. Не нравится. Все. Давай, ползи, ползи. Женя, мы в тебя верим. Пока. На живот. Не, можно ложиться и на живот, как он просто на животе некрасиво у тебя посмотрелся. У нее красиво, все нормально. Женя, ползи! Куда? Да куда-нибудь. Ты вообще просто на месте лежишь. Я знаю. Делай что-то. Вот смотрите, ребенку легче всего. Представляете, здесь бесплатно. А если за это эти деньги платить надо? Да. Женя, что с тобой? Держится, остальное нет. Женя, тебе жалко сейчас. Это сквозь слезы. Мама! У меня жопа к одному пришла. Ты слишком много ел сегодня, походу. Я знаю, где за влоги вести. На грязи. Да? Конечно, теряй. Знаешь, каким он грязи? Отлично. Ого. Да, там. Так, давай мне сначала наберу. Надо посмотреть, что туда потом. Мама, здесь возле вулкана жижа одна. Одна вода. Вот так вот. Я хочу
Да залазьте все, давайте, что будем вообще звездами Ютуба, ребята. Да, вообще классно. Вытянем, пока мы здесь. Машину подгоним в крайнем случае. Нет, это шутки шутками. Реальный фитнес. А ты просто в жижу лезешь. Не надо в грязь было в ту лезть. Видишь, где по кайфу? Ему по кайфу? Так, девочки, что вы ждете? Это здоровье, моложение. Сразу мужики по запаху находить будут. Я сейчас вернусь. Вон, все, вылез, Женька. Все нормально. Вот так вот, в центре лучше вулкана. Потихоньку людей больше. А вы не видели в Ютубе, как одну женщину вытаскивали очень долго? Да. Да. Сегодня говорят, одну 4 часа вытягивали. Да, и вот. Что у нас народу много еще? Я смотрю, тут одни герои собрались. Класс. Куча народу заманили. Представляете, как они будут вылазить? Мы привозили со всеми, с каждыми ныряли. И нам уже надоело. Знаете, короче, оттуда заходите, там же выплываете. А с этой стороны, где густо, там замучитесь просто по грязи лазить. Ребята, там видите, прямо на самом центре, там у них как раз таки. И где же самое жерло вулкана? Никто не тонет. Очень круто смотрится. Тут все почему-то с канистрами бегут, прям красота. Так вот выглядит вулкан Боливака. Грязевые вулканы, друзья. Видите, грязь прям по банкам набирают и носят с собой. Ну, благо, вот года 3-4 здесь не было. Вулкан, в принципе, грязюки оставил достаточно. Хватает еще. Люди приезжают, удовольствие получают. Дай бог, чтобы продолжалось. Попытка выхода. Так, надо красиво, грациозно выходить, только не забывайте, что типа все хорошо. Сальтом, переворотом назад. Ой, слушайте, это будет вообще просто топ-контент. Очень грациозно будут заходить туда. Вот. Вообще. Почти. Подайте руку человеку, что он смотрит, мужики, блин. Он же грязный, как ему подать руку-то? Схватили бы за волосы, ты подлысый. Все, вообще, на изи, как говорится, выскочил. Друзья, мы решили все-таки залезть в жидкое, посмотрев, как у ребят все классно получается. Давайте попробуем. Если не вернусь, прощайте. Ой, как она прикольная, слушайте. Да? Юра, как ты? Ну ты же видишь. Что-то... Болезнь? Или его начали? Да тут по колено, что они тут рассказывают? Ну до машины-то донесем, а там... Клево. Полезли? Ну полезли, значит. Так и вытащи меня, Жень. Я же тебе помогала, ты же помнишь об этом? Давай, смотри, поможешь мне, ладно? Я просто через центряк боюсь ползти, а вдруг мы бабушки должны. Куда? Юр, ты это все это привычка. Куда? Попал. Куда? Не знаю, в кого. Я пошел. Окей. Ладно. Она за тебя прячется. Давай. Нет, там не правда. Тебя это волосы хорошо растут. Не правда, я тоже хочу. Да вытащи бы тебя.
Я знаю тебя. Ты понимаешь, ты помолодеешь, секс будет лучше. Не лучше, будет быстрее. Да, еще лучше. Смотри, Марго, Марго, смотри. Марго, смотри. А как злее? Какой такой? Класс, ты кайфанешь, я тебе отвечаю. Это просто гравитация Юпитера. Просто люди, да? Живая гравитация. Заружки, ты без меня не вылезешь, я тебе отвечу. 5 минут здесь, как 50 минут в спортзале. Ты вылезешь последний. Плыви. Как плыть? Вот, на животик легла потихонечку. Не бойся, самое главное. Мила припарковалась. Мила, ползи, ползи. Возьми ее лицо покрупнее, пожалуйста. Не надо. Да ближе подойди, в смысле. Ну как я подойду? Да и ты иди. Как? Вот так, руками смотри. Да ну, вот иду. Вот, давай. Оп, оп. Еще делай. Оп, оп. Давай, давай, не давай, делай. Мы в тебя верим. Ох, и трудная работа. Как так всех засасывает? Труселя. А вы что, не выходите? Подожди. Как не выходим? Ты же видишь в процессе. А чего так медленно? Ну, как ты это сделал? Вы видите, блин. Сверху, снизу тебя засасывает, сверху спокойно, руками. Блин, 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 блин. Ну попробуй вылезти, вот вылезти сложно. Я так клянусь, я не могу вылезти. Дай какие-нибудь с тобой. А? Новый найдем. Новых героев. Давай, милочка, ты смотри, какой вид. Вот твоему же фотка была классная. Давай, ползи ко мне. Моя прелесть. Давай. Не вставай на ноги, ползи, я тебе серьезно говорю. Ну, что ну а как я буду ползти? Просто вот так, руками вперед. Ребята, мы выбрались. Отдельно посмотрите видео, как мы спасали этих ребят. Я точнее. Все хорошо, идем купаться на море. Да. Выключай. Ребята, пришли мы обмываться. Мила спускается. Снимай Милу, как Мила спускается. Мила, Мила, ты можешь растянуться, чтобы это было красиво, но больше не идти. Поэтому не надо. Красиво, давай аккуратно. Так, теперь давай. Юрий, как ощущение? Помолодел? Да, да. Видел, сколько вулкан сил дает? Как я Милу закинул сверху? Так что, ребята, красавчик. Всем советую. Кто хочет, как говорится, прокачаться, мышцы, кубики. Это все сюда, на Азовский вулкан. Отмываться, правда, долго. Он туда дальше заплыл. Там, кстати, медузы меня покусали. Сейчас ей будет весело. А, ну вот они доваляются. Мужик, кстати, думает, что он отмылся, но нет. Вообще советую дальше пройти. Там дальше более удобные, классные пляжи. Я уже думал, мы прошли, просто давно здесь не было. А вообще надо было забежать подальше. Там вообще было очень удобно и хорошо. И посмотрите, от всех отмывающихся вот такой... Самое интересное, что когда моешься, такое ощущение, как будто от тебя бензином пахнет. Такой аромат бензина стоит. Но это непередаваемо. Чувствуется запах бензина? Ну, не чисто морем пахнет точно. Не, это вот от нас, вот с грязи. От вас-то? Ну, от вас до этого чем-то попахнет. Я говорю, бензином, бензином. Если он столько отмывает щёпки, он, походу, до завтра будем полоскаться. Женька, как ощущения? Не выходи. Грязно. Покинули это место, где все моются на крайне. Там все еще вначале слазят. Здесь, кстати, по дну очень много мидий. То есть любители мидий на Зое кайфанут. Мы помним, когда и приезжали. Ракушки. Это не ракушки, это мидии. Ребят, тут есть мидии, вот, которые продают там, едите, да, тут их вообще просто валом. Азовские мидии, особенно если крупных их пособирать, то очень круто. Даже с маской приезжаете сюда и кайфуете, ребята. Мы с той стороны, в Крыму, когда отдыхали на Азовском море, тоже ели очень много, просто собирая по берегу, даже не охотясь за ними, их выбрасывало, довольно-таки крупные, тут же на костер и ели. Но здесь, я смотрю, створок много, если уже кто-то поел. И обваливается берег от штормов. История, да, там в этих скалах, смотри, бутылка. Впечатанная древняя в скалу. Древняя бутылка, ребят.
все идет по кругу. Те тоже человеки придумали пластик и вымерли. Рань просто для тех людей, кто очень любит обычную какую-нибудь ракушку. Смотрите, сколько здесь. И вот он тоже камушки, как с той стороны в Крыму. На генеральских пляжах. И тоже мидии. Просто ну, здесь они уже, так сказать, погибшие, сухие. Их уже не приготовить. Даже подумал, может быть, даже сюда приехать как-нибудь с палаточкой. Смотрится действительно красиво. То есть, получается, мы получили еще эксклюзивную экскурсию. Да, действительно, видите, туда дальше, тут на стоящие пляжи. И вон ребятки стоят и с палатками. Никто с них денег не просит. И так вот открываешь здесь все новые места, просто путешествуя по тем местам, в которых ты уже был, и проходя ногами чуть-чуть дальше. И вот тебе, вуаля, новые виды, оазисы, места, в которых стоит приехать и побывать. Обязательно пишите в комментариях, как вам такие виды, как вам такие пляжи. Здесь похоже на сырные скалы, как в Крыму. Эти также изъедены. Сырные камни на Азовском море. Приезжайте, фотографируйтесь. Мила отстирывает купальник и разделась. Мила, дельфины! Ну, а так неинтересно. Ну что, друзья, вот мы и отмылись. Как твои ощущения, скажи? Ощущения, на самом деле, замечательные. То есть на этой грязи действительно получаешь необыкновенное ощущение. Кожа гладкая, расслабление. Потом здесь можно получить инвалидность на этих камнях, но это уже вторично. Ну, надо дальше проходить сразу, ребят. То есть да. Не там спускаться где-то здесь, а обходите, идите дальше по берегу и да. Там купайтесь, там будет хорошо. Это одно. Тут у тебя как ощущение? Шикарное. Ну, смотрите, какая грудь стала большая. Не вот надо мою грудь, здесь... завидовать будут. Кто на тебя показал? Я завидую, конечно, я там не купалась. Ну и нет у меня такой, собственно говоря. И подальше тоже. Смотри, какие мы здесь. В общем, 19+, там, или 28+. Ребят, на самом деле чувствую себя, ну, прям классно. Кожа скрипит после грязи. Это, не знаю, такие вот прям невероятные эмоции. После грязи вы как будто искупались с мылом, помылись. Это причем, что мыльные принадлежности не используют. То есть ощущения очень крутые. То есть будете здесь, пользуйтесь. Координаты я на экране, надеюсь, что написал, не забыл. Вам всем всего светлого и ясного. Мы полетели обратно. Работать пора. Пока. Спасибо, Юр. Пока. Пока. А, я сиськи показал. Еще раз давай. Сиськи. Нет, рукой вот так. Пока. Пока. Пока, спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Всем, ребята, кто был с нами, всем спасибо. И до следующего видео.